Привет всем, с вами Светлана. Сегодня расскажу о том, как я буду поселять своих новых питомцев. Вот такие вот улиточки охотинные приехали ко мне сегодня из Москвы. Ехали они 20 часов. Сейчас посмотрим, что тут у нас внутри. Покушали почти все огурцы, подарили мне их на день рождения. Теперь я буду заниматься не только цветами и вот такими вот комнатными питомцами. Я, конечно, за неделю до этого готовилась, купила аквариум 70-литровый. Это аквариум БУ, но я считаю, для улиток из него получится очень хороший террариум. Вот в зоомагазине мне предложили вот такой вот грунт кокосовый, засушенный гамарус. Я читала, очень любят охотины вот такой вот корм. Купила сепию для формирования их ракушки. Насушила также скорлупок от сырых яиц, размельчила их. Обязательно травку поставлю, которую едят кошки в их новые жилища. Вот они уже пытаются освободиться, но я им этого не дам, пока я их накрою и буду заниматься подготовкой грунта. Ну, так как я уже знакома с кокосовым грунтом, я его заливаю водичкой весь. Так как улиточки мои маленькие, то земли им нужно совсем немного. Поэтому я где-то пол сантиметра засыпаю. Но пушистая, вот такая вот влажная, приятный на ощупь грунт. Теперь травку. Травка, которая выращивается для кошек, также годится и для улиточек. Он всегда размещается на каких-то небольших тарелочках, чтобы он не был грязный, не перемешивался с землей. Капустные листья таким вот образом. Теперь нужна водичка. Водички совсем немного, чтобы наши улиточки не утонули. Они очень маленькие. И я вот в крышечку совсем чуть-чуть налью водички. Вот здесь ее поставлю. Кладу сепию, а также мелкую скорлупу яичную. Может, кому-то понравится скорлупа. Выкладываю на капустку. Огурчик. Так вот, помидорчик, кабачок и из фруктов яблочко. И сверху посыплю немного вот так вот сушеного гамаруса. Теперь потихонечку, аккуратно буду запускать сюда свой подарочек. Так как эти малыши еще очень хрупкие, надо их аккуратно брать, не брать за раковину. Охотины – это питомцы, которые не требуют выгуливания, не пахнут, не вызывают аллергии. За ними очень приятно наблюдать, когда они кушают, ползают, как они себя ведут. Наши в такое напряженное время, когда мы все нервничаем, когда у нас где-то что-то, какие-то проблемы. Вот после работы мы можем приходить домой и наблюдать за вот такими домашними нашими питомцами. Как они растут. Вот они все. Кто-то уже активно начинает жевать. Осваивается. Им нужна влажность. Они любят лазить по стеночкам, собирать вот эти вот капельки все. Закрываю. Всем пока. До новых встреч на моем канале.